Ну, так потихоньку они все сейчас прилетят. Витя кидает голубей за носа, за воза. Потише, я заболел. Мы так часами смотрим. Да, это топча надо, лёг. А Бура еще не села, да? Ездила, да? Еще нет. Ну уже он ее на гнездо садит. Я ее с гнезда снял. Ну посмотрел, яйца нету, понял. О, смотри, смотри, что-то застреляли, застреляли! Смотри, Андрюха, что он? Не, он от белого уходит, что-то конопатом сзади верхом. Быстро сзади друга по-другому летит. Вот он белый. Это вообще какой-то другой. Другой. Если вот так вот. Троечка вырвалась, ну так как бы полет. Устойчивый, ну хоть тройка такая, там Андрея Бурорябая, белый Пашин Голубок и что-то мое, вот это темное, это мое. Да ну может и правильно, что мы оттуда и кинули. Правильно, правильно. Только оттуда надо. Видишь, ветер слабый, они видят. Ветер слабый, да. Да, они, видишь, они упора нет, они болтаются. Так что правильно, мы кинули оттуда. А сплошной бурый пошли или сели? Вот уже, наверное, сплошной там. Да, возможно. Сплошной белый бурый. Сплошное, да? Ага. Понял, да. Все понял. А ты думаешь, бурый там? Не, бурая. А, бурая. Дударь. А, дударька там точно, да. Я думал, в смысле... Троечка голубей, но не стоят. Сплошной мой. Тракторист белый. И дурака этого Андрея. Наезжает это, хозяин. Да. Болтаются тихо. Молодые первый раз подорвались. Тройка молодых, вот это вот. Ветер ей так пугнул немножко. А четверка, вон ангел серый, бурый, две в середке. Молодежь по сильному ветру. Сегодня тепло, жарко, сильный ветер. Южак. Температура. Больше 20. Чуть-чуть начинается, но это уж привыкать к крыше. Я их приучаю к крыше. Наверное, первый-второй раз на крышу залетели. Все по этим ветеркам послушат. Посрываются. И через неделю. Белый ангел сел над моим окном. Бабушка у тебя была классная. А не, не бабушка, это получается. Да, да, бабушка, бабушка. Потом тетя была. Сейчас это белый ангел. Это кров. Значит, кров с ива. Боится. Кров с Киева. Славная, славная кров. В этих конопатых 75% крови. Слава Киеву. Или из-под Киева, скажем так. Вообще не из-под Киева. Будем показывать. Скоро полеты молодые. Смотрите мой канал, будем гонять, еще это, дай вам здоровья. Сейчас начинаются такие погоды, что они сами будут подрываться. Ну, старых нам сейчас не столь важно. Поднимать как молодежь нужно, это в основном, наверное, все старые сорвались.
по ветерку. Южный ветер, суховей такой, подсушит все хорошо. Ветер порывистый, они на высоко, ветер такой до 10 метров в секунду, наверное, порывы, сильные порывы, молодым не надо сейчас срываться. Видите, вон потянуло оттуда, все за дом затянуло, но ничего, потренировать крылышки им можно. Чуть отойду в тенечек, ох и жарко сегодня. Ну, хорошо кинул. Вы хотите здесь палисадничек сделать, да? Да. Ё-моё, красивые цветочки. Надолго ли? Не знаю, а забор будете ставить? Да, вот же стоя, некому ж помочь. Ё-моё, и что, у вас молотка нету? Есть, живой надо идти. Понял. Ну, дай бог, чтобы было красиво у нас тут. У вас, наверное, дачи нету, да? Нету. Понятно. Ну, будем следить за вашим участком. А где ваша вот эта, да, квартира? Ну, да. Понятно. Хорошо. Будем удобрение вам давать, если пойдет голубиное. Ну, да. Да. Хорошо. Голубушка говорит, картошку сажать. Тут она, тут ее быстро определят. Да, картошку быстро. А ну, и цветы, наверное, определят. Удачи вам. Да, слушаю. Приветствую. А у вас нету никакой веревки? Веревки? Веревки, наверное, нет, к сожалению. Что это? Да тут нет, просит человек. Не, веревки нету. Нет. Чинитки, пожалуйста. Нет, нет, нет. Да-да, слушаю, да тут человек. Да-да. Там возле голубятни. Тут это самое. Снимаю. Девочка стала строить. Полисадничек, голубей. Я скоро к тебе приеду. Давай. Так, ну вот они здесь. Хорошо, что сорвались одни старые. Молодым сейчас не надо срываться. Семь штук подорвались. Ну, так не сдаются. Ну, это, конечно, заслуга Витина. Витя с ними работает, каждый день подкидывает их. Тренирует. Одна голубятня у нас на крылья. Пока похвастаться нечем. Но процесс пошел. Так я говорю. Устала девушка. Одна, без молотка. Хочет сделать красоту. Хочет сделать красоту. Маленькой лопаткой. Снимаем вашу участок, дачу вашу, да. 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 О, смотри, как они что поддали. Не сдаются. Не сдаются. Сейчас 12 часов, температура. За 20, скажем так, в тенечке более-менее хорошо. Самоподрыв. Ну как самоподрыв? Я их, конечно, с этой схватил. С голубятни-то согнал палкой. Ну, они уже тут.
Видите, без кирпича, без ничего, девочка. Давайте я вам подержу. А то женщины працюют, а человек... Так, так. Угу. Молодец ты. А ну, смотри. Да у меня уже... Сил нема. Ну и шо? Ще трошки. Трошки. Ты больна! Еще пару раз. Опа! Мабуть, все. Все, хватит. Да. Ну то туди ее и... На! Иди все. Сама стукай. Пойдем. Надолго чи не знаю. Так. Ну что, остаются, еще троечка остается. Голубей. Приняли мы участие в строительстве палисадника. А вы за деревья, да? У нас? Не, я за голубей снимаю. Голубей снимаю. Видите, вот голуби летают, а я их снимаю. А я думала, что вы не. Утешить, пилять будут деревья. Да сказали, будут пилять. Я сказал, только им другая нужна машина. Чтобы эти деревья. А наши вот эти тоже приходят? Да за ваши не спросил, но за то я точно спытал, что... Дело в том, что верхушки что сухие. Да, надо будет спросить в следующий раз. Они мне сказали, в плане вот это дерево есть, срубать. Я в интернет снимаю, это будет знать это самое. Вся Украина, как у нас тут за двором, ваша внучка садит палисадник. Какая дочка? Она вид как... Внучка. Ты пенсионерка. Так. Остался голубь на мой 3x2. 3x2 голубок остался. По сумачам. Скорее всего. Да, наверное, 3x2. Голубок. Что надо было снять? Да, ну это ветер разносит, наверное. Ветер. Ветер во всем виноват. Да? Понял. Так, ну что, все посидали, мабуть. Не бачу никого. Можно уезжать. А здесь окно ставят пластиковое. А вы знаете, на какой сайт? На какой сайт? Сейчас я скажу. Значит, запоминайте. А вы, наверное, не запомните. Надо набрать. А, я, знаете как, я назову. Палисадник в Рубежном. Хорошо? Палисадник в Рубежном. Зайдете в Ютубе, наберете. Ага. Палисадник в Рубежном. А то вы, у меня там фамилия написана, вы не запомните. А вы скажете, как вас зовут, вы так знаете. Да? Меня зовут Владимир, а фамилия Дробинин. Вот как раз канал называется Владимир Дробинин. Что-то попало мне в кадр. Оказывается, знают тут нас. Но слава богу. А я живу тут не особо никого не знаю. Это почтари Витины, свадьба наша. Так, Витя начинает. Утром гонял, говорит, вечером подкидывает. Почти всех за голубятню берет и кидает.
Второго раза надо накидывать всю голубят. По 20 с чем-то штук кидается. Ветер южный, потеплело. Надо пойти в другое место стать, чтобы это как-то с буквы снимать. Получше. Ну, не высоко, но хоть он на крыло их ставит, чтобы он приучает их. Они позабыли немножко, что от них требуется. Вот он им немножко приучает. Всю голубятню кидает, всех подряд собирает. Ну, оставляет тех, кто, наверное, на голубяток, на яйца сидит. А всех бросает. Недолго пришли и сели, но коих тут немножко остается он. Ущики вчера хорошо летали. Кто остается? Эта пара. Скажем так, два голуба спорованы. Остаются они и черный один. Три штуки моих осталось. Три голуба. И Андрюхина вот рябая. Чуть наперед. Андрюшина вот бурая. Под Александра Славко. Голубка Андрюхина голубка. Так, еще беленькая осталась. Угу, немножко осталось. С этого посела, чтобы пять оставить. Так. Хорошая погода начинается. Вон зробили палісадничок гарний, натягнули веревочкой. Интересно, довго ли продержится этот палісадничок. Посадили люди. Будем надеяться, что он долго продержится. Так, осталось несколько штучек. Самых готовых, скажем так. Ветер сильный, порывистый. Да, жалко, что все пришли и сели по такому ветру. Хорошую спичку поднять. Опа, эти, почта пролетела. Так, ну что? Особо полета нет, к сожалению. Ну, хоть видите, работает, и то хорошо. Иди занять. Мой леший, как Андрюха его называл. Андрея. Была рядом.
Было больше голубей, я не видел, как они то ли сели, то ли их сдуло. У щека уже пару дней в ночь остаются, понял, голуби. Но он гонит их безбожно, и, наверное, он их позже кидает, понял, он всегда вот это, ну, выжидает прохлады, понял, прохлады. Ну, прохлады дожидается, а потом они в ночь остаются, понял. Наверное, выбираются высоко, раз в ночь остаются. Да ну да, так не висят, я думаю. Ну, да, они у него выше средней должны быть, но минимум на средней. Не то, что на такой высоте в ночь не останутся. Пойти. Чуть-чуть тройка задержалась. Дерево спилять. Немножко. Высоко, но хоть сразу не сели. Уже получше сегодня, не так уже. А что за дерево? Да не знаю.